Есть ли у нас коллеги из Армении? Верелк, информационное агентство. Да, здравствуйте. У меня три вопроса, посвященные одному вопросу. В ходе визита в Москву президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с Владимиром Путиным декларацию о союзническом взаимодействии Азербайджана и России. Поэтому хотелось узнать, ну, во-первых, как соглашение, данное соглашение будет влиять на позицию Москвы в переговорном процессе по Карабаху, ведь ранее Россия, как и другие страны-сопредседатели, заявляла, что вопрос не закрыт и необходимо определить статус Нагорного Карабаха, в том числе и с учетом права народов на самоопределение. Это первый, потом после вашего ответа. Что касается Нагорно-Карабахского урегулирования и в целом нормализации армяно-азербайджанских отношений, в самой декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, а это пункт 9, содержится пассаж о том, что стороны будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 года. А в пункте 10 зафиксировано, что стороны будут взаимодействовать в решении задач, вытекающих из положений, указанных выше договоренностей, и тесно сотрудничать в установлении долгосрочного мира между государствами региона. Так что принятая декларация работает как раз-таки на укрепление региональной безопасности. Что касается позиции государства-председателя Минской группы ОБСЕ, России, США и Франции, она изложена в совместном заявлении. Последнее из них на уровне глав внешнеполитических ведомств, оно опубликовано было в конце 2021 года, 7 декабря. Второй вопрос. Как это соглашение будет влиять на обязательства России перед Арменией в рамках ОДКБ и двухсторонних соглашений в оборонной сфере? Ну, мы исходим из того, что этот документ, подписание декларации никоим образом не создает никаких проблем для российского союзничества с Арменией ни на каких направлениях. И мы будем соблюдать все наши двусторонние обязательства в отношении Еревана, который является нашим давним и близким союзником. И по нашему убеждению, подписание с Баку упомянутой декларации позволит, как я уже сказала, укрепить как раз трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией, в том числе по вопросам безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества в Закавказье. И более того, мы постоянно, в том числе с учетом изменившихся геополитических реалий в регионе, обновляем двустороннюю договорно-правовую базу с Арменией, которая в настоящее время насчитывает примерно 200 документов. И последнее, опять же, по этому вопросу. Так, учитывая, что в данном соглашении есть очень много и про военное сотрудничество России и Азербайджана, мне интересно, как это соглашение стыкуется, будет влиять на военно-политический союз Азербайджана и Турции, закрепленный Шушинской декларацией, где тоже есть очень много про военное сотрудничество, а также озвученного Россией к НАТО требования прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами. Так, еще раз, последнюю часть вопроса можно? Как соглашение России и Азербайджана подписано? Это я поняла, причем тут требования не сотрудничать, не поняла. Ну, потому что там Россия требует от стран НАТО прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами. В данном Шушинском декларации очень много как раз и военное сотрудничество, и мы все знаем. Я все поняла, да, теперь поняла. Декларация о союзническом взаимодействии с Азербайджаном, она не направлена против третьих стран, и как раз еще раз, третий раз скажу, она призвана укреплять региональную безопасность. Ну, это одно из ее положений. Тематика военно-политических связей обсуждается, мы обсуждаем и с Баку, и с Анкарой, и вы знаете наши позиции на этот счет. При этом у нас есть общие взаимовыгодные форматы сотрудничества, консультативная региональная платформа 3+3 в частности, и в ее рамках, помимо Азербайджана и Турции, мы взаимодействуем и с Ираном, с Арменией, держим открытые дверь для Грузии. Вот, наверное, так. Вы понимаете, еще раз, мне кажется, что вы немного не совсем корректно сформулировали, о чем идет речь. Речь идет о обязательствах НАТО и нашем требовании не расширяться, не расширять свою инфраструктуру. Но никто не против при соблюдении общепризнанных
вот этих самых норм необеспечения собственной безопасности или обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других, вот при соблюдении вот этого базового принципа никто не против того, чтобы шло военно-техническое сотрудничество между странами, если оно не направлено против кого бы то ни было. Поэтому здесь, мне кажется, что если вот так ставить вопрос, то я могу на него ответить. Если как вы его сформулировали, я, честно говоря, тогда дайте мне конкретную цитату, и я буду уже от нее отталкиваться. Но еще раз я говорю, вам потом что пошлю. Да, взаимодействие наших и наших стран, и других стран друг с другом, вне зависимости от того, входят эти страны в какие-то блоки или не входят, на различных направлениях оно развивается суверенно. Но есть, безусловно, общие принципы, когда оно не должно быть направлено, в частности, если это речь идет о военно-техническом сотрудничестве, против третьих стран, создавать потенциальную угрозу без учета вот этого базового принципа о неделимости безопасности и так далее, и так далее. А так все развивают друг с другом, конечно, отношения, в том числе и в этой сфере, как независимые суверенные государства.